Школы мы представили новый продукт, и этот продукт оказал большое влияние на многих людей. Мы продали большое количество продукта после его запуска, и это будет один из самых популярных продуктов Зинзина в будущем. Человек, который стоит за этим продуктом, выйдет сейчас на эту сцену. Он химик-аналитик. И он доктор химических наук, он опубликовал 21 научную статью, работает, участвует в различных международных, национальных проектах и занимается работой над экстрактами растений. И он также является менеджером, управляющим отделом исследований из Мадрида, Испании, Антонио Инарекус. Спасибо, большое спасибо всем, что вы сегодня здесь. Вы знаете, иногда в нашей жизни приходится сталкиваться вот с такими словами, как стресс, депрессия, беспокойство, что-то слайд не работает. Не работает. Секундочку. Какая-то проблемка со слайдами. Нам приходится сражаться с такими словами, как депрессия, беспокойство, стресс. И иногда, мне очень жаль, что слайды не работают, не знаю почему. Может быть, есть какой-то технический персонал, который сможет мне помочь. Может, мне надо виву сглотнуть, может быть. Что-то не работает. Но я все равно буду продолжать, потому что, как я уже говорил вам прежде, нам приходится сталкиваться с разными сложными ситуациями, со стрессом, с депрессией, с беспокойством. Но сегодня я предлагаю вам совершенно инновационный продукт, который поможет вам улучшить ваше настроение, получить жизнеспособность и чувствовать себя гораздо лучше. Этот цветок на слайде называется шафран. Вы можете принимать экстракт этих цветов, и вы улучшите свое настроение. Тысячи лет знания существует об этом цветке самых влиятельных цивилизаций. Но при помощи наших новаторских технологий мы смогли извлечь самые важные биоактивные компоненты шафрана и сосредоточить их в самый главный компонент Зинзина Вива. Расскажу вам о моей компании Фармактив. Это компания исследований, развития, фокусирующаяся на биотехнологии ботанических экстрактов. Мы сотрудничаем с самыми представительными группами исследования в Испании, с университетами Барселоны, Мадрида и также, с, например, австралийским университетом. Но сегодня мы здесь, чтобы говорить о Viva Зинзина. Лучший продукт на рынке для улучшения настроения. Я вам расскажу, почему. Зинзина Вива – это комплекс с афроном, с витаминами В, С и иодином. Это йодом. И это уникальная формула, которая соответствует требованиям EFSA. Снижение усталости и также вклад в нормальные когнитивные неврологические функции и нормальные психологические функции. Это Зинзина Вива, который включает афрон. Это экстракт шафрана нового поколения. Новая технология. Всего за месяц принятия вам придут ветры перемен в вашу жизнь, и вы снова будете чувствовать себя живыми. Спасибо. Шафран – это самая дорогая специя в мире из-за процесса его добычи. Один гектар
это миллион цветений на всего 5 килограммов экстракта. То есть его шикарные качества были известны по всему миру. И секрет лучшего качества продукта – это то, что мы заботимся о каждом этапе добычи. Что касается лабораторий, у нас есть контроль качества и лаборатории исследований и развития в университете Лаутенама, близко к нашей фабрике, где производится наш экстракт. Мы производим различные виды анализа, начиная от сырья до самого конечного продукта, проводим замерение, жидкая хроматография, например, газовая хроматография, спектроизмерение и так далее. В одном цветке шафрана у них находится всего 3 рыльца, и мы являемся самым крупнейшим производителем шафрана в Европе. Афрон – это единственный экстракт с сертификацией ДНК, что у нас 100% экстракт, у нас также патент формулы и терапевтического применения относительно улучшения настроения. Как вы видите на этом слайде, это хроматограмма нашего экстракта, который называется Афрон, который показывает как раз работу этого биоактивного компонента в улучшении настроения. Мы анализируем несколько образцов на рынке и от наших конкурентов и осознали, что все они продают более низкую концентрацию экстракта. Поэтому Афрон и работает в клинических исследованиях. И это основной ингредиент Зинзина Вива. Теперь давайте посмотрим на расстройство настроения, связанного с депрессией. Расстройство настроения – это самый распространенный диагноз в мире, согласно ВОЗ. Это симптомы – это грусть, также набор веса и так далее, которые, в свою очередь, могут быть связаны с хроническими заболеваниями. Традиционное лечение лекарствами – это в основном принятие ингибиторов серотонина, допамина, норадреналина, которые все связаны с настроением. Но это лечение также имеет побочные эффекты, потому что они вызывают зависимость, и потом невозможно также употреблять с детьми, и есть побочные эффекты, некоторые очень серьезные. Поэтому Зинзина Вива является наилучшей природной альтернативой для улучшения настроения без значительных побочных эффектов. На этом слайде мы видим, что Афрон сконцентрирован в сафронале и в кроцине, которые являются наилучшими компонентами для улучшения настроения. Но это лечение эффективно только, если эти биоактивные компоненты присутствуют в правильной концентрации. И как раз такова формула Зинзина Вива. Итак, два механизма. Первое – это сильный обратный захват нейромедиаторов и натуральный экстракт. Очень сильная антиоксидантная способность, чтобы сражаться против этого стресса в человеке, оксидативного стресса. Есть и другие природные растительные экстракты, которые традиционно используются как антидепрессанты, но большинство из них имеют задокументированные побочные эффекты. И на этом графике вы видите, что Эфрон показывает максимальную эффективность без каких-либо значительных побочных эффектов. Полезное воздействие Афрона было доказано в 5 различных клинических исследованиях, 2 из них уже опубликованных. Первое.
крупное, самое крупное исследование на, именно на коммерческом экстракте шафрана, где мы исследовали реакцию на дозировку и на эффективность. И это опубликовано в журнале Complementary Therapies in Medicine. И второе исследование опубликовано в этом году в журнале расстройств в настроении. И мы здесь сделали также комбинацию с куркумином и побочные эффекты падали, поскольку Афрон очень-очень безопасный. Благодаря безопасности этого продукта мы решили провести еще одно клиническое исследование, пойти еще дальше, и мы решили сделать это с подростками. И мы уже подали статью для публикации, и у меня есть некоторые предварительные результаты, которыми я могу поделиться с вами. Эти предварительные результаты клинического исследования с 50 подростками, все серьезными проблемами, как в учебе, так и в семье, с психологическими проблемами. И эти подростки принимали Афрон в течение 2 месяцев. И у всех очень хорошее улучшение было в отношении их фобии, тревоги. Это новое открытие Зензина, Вива, может применяться также и с подростками, потому что она эффективна. Это новое открытие. Мы также проводили исследования фармакинетики Афрона. Мы исследовали максимальную концентрацию Афрона в крови в течение 24 часов. Может быть, вы спросите, хорошо, я закончил, например, принимать Афрон Зензина-Вива в месяц, а что потом? И в последнем клиническом исследовании мы осознали, что длинные курсы Зензина-Вива улучшают когнитивные способности, память. Так что Зензина-Вива фантастический, наилучший продукт на рынке для улучшения настроения, и он работает. Итак, теперь еще раз посмотрим это самое большое клиническое исследование с коммерческим шафраном. Основные цели были оценить эффективность дозировки, расценить безопасность, переносимость продукта и подтвердить наши терапевтические заявления. На этом графике вы видите первичные результаты. Это профиль настроения. Мы здесь видим 3 плацебо, 22 миллиграмма в день и 28 миллиграмма в день. И как вы видите, только за месяц лечения при помощи 28 миллиграммов в день психологическое напряжение существенно снизилось. Депрессия снизилась даже еще больше, значительно. Где-то в 6 раз, всего за 30 дней. И такие различные замерения, как злость, усталость, смятение, с такими же тенденциями, тоже сокращались где-то в 5 раз к концу исследования. С другой стороны, жизнеспособность, хорошее отношение к жизни улучшалось в 10 раз. То есть, если мы в целом смотрели на настроение, в 6 раз улучшалось. Если мы теперь перейдем к положительному воздействию, то мы смотрели, что положительное настроение тоже улучшилось в 3 раза, а негативные чувства также с такой же скоростью уменьшались. Итак, это оценка депрессивных и тревожных состояний, та же тенденция. Депрессия, тревога, стресс значительно снижались в 3-4 раза к концу исследования. И это индекс качества сна, питтсбургский, то мы видим улучшение качества сна в 2 раза. Всего за 30 дней. Выводы основные этого исследования заключаются в том, что Афрон
показывает эффективность всего за 4 недели 28 миллиграммов в день, улучшая положительное настроение, снижая негативные чувства, улучшая жизнеспособность, снижая стресс и тревогу. Это эффективно и очень эффективно в сфере тревоги и депрессии. Поэтому спасибо, Зинзина Вива, спасибо, что делаете нас более счастливыми, и спасибо за ваше внимание.